Еще в сентябре от бдительных читинцев нам стало известно, что в обычной двухкомнатной квартире по улице Июньская открылся частный детский сад. Ни вам лицензии, ни разрешительных документов. И самое главное, все это вполне законно. Но все же Роспотребнадзор выявил массу нарушений в этом сомнительном учреждении. При проверке было выявлено, что здесь не соблюдаются такие требования санитарных правил, как по оснащению бельем. То есть нету трех комплектов постельного белья. Дальше нет медосмотров у персонала и отсутствует утвержденное меню. В детских садах должно быть утвержденное 10-дневное меню, в котором учитываются все требования детского организма. Как нам удалось узнать, в этот частный детский сад ходят дети-последователи бога Кришны. Отсюда и скудное вегетарианское меню, исключающее мясо и рыбу. О том, что детский сад живет по законам Кришны, директор в разговоре с нами по телефону умолчала. Не исключено, что детей другой веры здесь кормили также, только растительной пищей, что, естественно, могло губительно сказаться на здоровье и развитии малышей. На сегодняшний день за нарушение норм питания Роспотребнадзор намерен наказать директора детского сада штрафом до 7 тысяч рублей. Валерия Квашнина, Анна Кулигина, ЗАП ТВ.